Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будет обзор на лечебную противовоспалительную маску для чувствительной и проблемной кожи лица. Также кожа со значительно повышенным содержанием липидов, с расширенными порами, элементами акне, микрорельеф неоднородный, также поры расширены или закупорены, кожа грубая. Также имеется либо тусклый оттенок. Это маска Stevia. Данная маска от бренда Caetana. Маска Stevia можно также использовать как маску для здоровья, для красоты вашей кожи. Действие данной маски антибактериальное, противовоспалительное, регенерирующее. Стабилизирует обмен веществ, снимает мышечный стресс и придает коже сияющий вид, стимулирует клеточное дыхание, стабилизирует работу ваших сальных желез и поглощает излишки кожного сала. Сужает поры и придает коже матовость. На самом деле очень хорошая маска. Применяете вы ее на хорошо очищенное лицо, наносите эту маску средним слоем, избегая области глаз. Также для лучшего усвоения активных ингредиентов полезно провести по маске моделирующий массаж около 5 минут, пока маска не побелеет. Общее время выдержки данной маски где-то минут 15. Смываете остатки маски влажными спонжами и в завершении процедуры наносите крем по вашей диагностике. Данный крем можно приобрести у нас в интернет-магазине, ссылка будет в описании под данным видео, можете проходить и приобретать данный товар там. Я вас благодарю за просмотр, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте лайки.